В округе продолжается профилактическая работа по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Специалисты ежедневно обрабатывают подъезды и прилегающую территорию дезинфицирующим средством. Тему продолжит Григорий Ворванин. Пока большинство жильцов многоэтажки на работе, сотрудники управляющей компании обрабатывают подъезд дезраствором. Скорость не главная. На первом месте качество дезинфекции. Поэтому распыляют средства на каждый сантиметр поверхности. К подобным профилактическим мерам борьбы с вирусом жители привыкли и не удивляются людям в защитных костюмах. Обработку, да, конечно. Молодцы, молодцы. Ничего не могу сказать. Постоянно обрабатывают. В ведении управляющей компании «Содействие» 330 домов. Находятся они в поселках Красково, Томилино и Октябрьский. Ежедневно более 80 человек проводят дезинфекцию всех подъездов. В первую очередь обрабатывают кнопки домофонов и лифтов, дверные ручки, перила и почтовые ящики. Мы обрабатываем не только подъезды, еще и детские спортивные площадки, контейнерные площадки. Поэтому каждый человек у нас задействован. Чтобы не распространялась эта коронавирусная инфекция, делаем все возможные мероприятия по профилактике. Хлора и спиртсодержащие растворы для дезинфекции не замерзают, поэтому работы по обработке подъездов и детских площадок продолжатся и с наступлением заморозков. Григорий Ворванин, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.